4 августа комитет Гомель-облимущества проведет очередные электронные торги. В деревне Антоновка Добружского района можно купить здание школы-детсада с котельной. Начальная цена лота понижена на 80% и составляет около 183 тысяч. В Копоткевичах Петриковского района продается здание кинотеатра. Стартовая стоимость почти 97,5 тысяч. В Петрикове предлагается здание гаража. Стартовая стоимость понижена на 80% и составляет чуть более 26,5 тысяч. В деревне Заболотье Октябрьского района на аукцион выставлено здание средней школы. Начальная стоимость уменьшена на 20% и составляет около 237 тысяч. Еще одни торги запланированы на 6 августа. В Чечерске продается операторская автогазозаправочная станция по стартовой стоимости почти 290 тысяч. В Речице можно купить комплекс зданий по начальной цене примерно в 1 000 000 рублей. Кроме того, на аукционные и электронные торги выставлены другие объекты недвижимости. По вопросам участия в аукционах можно обращаться по номерам телефонов комитета Гомель-облимущества 50 69 49 или 50 66 43.